Всем привет! Вы снова смотрите канал «Взял и поехал». Сегодня мы попали на Алые паруса в Питере. Это один из главных праздников города. Ну, это праздник, визитная карточка города. В этот день все выпускники школ отмечают выпускные. Чем примечателен в этом году праздник, почему он особо широко отмечается? Тем, что ему исполняется 50 лет именно сегодня. И тем, что он как бы накладывается на чемпионат мира. И вот эти сотни тысяч школьников и студентов, которые здесь обычно гуляют, смотрят, участвуют во всех мероприятиях, они еще перемножаются с толпами иностранных болельщиков, и получится сегодня... Да громче! Взял и поехал! Все, так нормально. Судя по потоку в метро, вообще аншлаг там. Кстати, в честь побед сборной России, вот Дзюба вышел на Невский проспект и показывает то, что он умеет. Что обычно и сегодня происходит в этот день? Невский проспект перекрывается, он превращается в большую пешеходную зону. Здесь очень много уличных музыкантов. Мы там часть из них поснимали, всех просто не заснять. Короткую нарезочку покажем. Ну, десятки, их просто десятки. Люди профессионально выходят там с барабанами, с усиливающей аппаратурой. Получается очень круто. Короче, дальше реки Мойки уже не пройти без билетов. Дальше уже проходят те, у кого они есть. Мы попробуем купить, если найдем по адекватной цене. Но если нет, вот основная масса расходится в две стороны, и там уже ищут какие-то свободные места вдоль набережных, откуда будет видно мероприятие. Что еще происходит на самом празднике? Основные мероприятия – это концерт. Там, кстати, будут хедлайнеры Баста, Квест Пистолс, ведущий Ургант и так далее. Крутой, в общем, концерт. Мы были на репетиции его вчера. Сейчас поставим вам пару кадров. То самое чувство, когда ты круче всех, у тебя все получится. Кульминацией всего станет проход брига, то есть корабля с алыми парусами по Неве, и это все будет сопровождаться очень-очень крутым фейерверком. Я был 2 года назад на Алых парусах, правда, тогда очень плохо все было видно, мы попали в очень неудачную точку. Возможно, в этом году мы найдем какое-то место поближе. Вот так школьники, которым достались билеты бесплатно, их распродают. В общем, было роздано около 80 тысяч билетов школьникам из 30 регионов России и 6 других государств, в том числе, кстати, и молдавские школьники попадают сегодня на Алые паруса. Не знаю, правда, распродают они сейчас здесь билеты или нет. Ну, в общем, цены начинаются от 1500 рублей. Ребята, почем? 800 рублей. 800 рублей, и откуда смотрим? С Горьковской. Будет видно набережную, корабль, все будет видно. Все будет видно, когда к вам нужно туда подойти? В 11 часов. Возьмите номер и вы позвоните. Да, окей. Ну вот, как вы поняли, есть альтернативный вариант смотреть с крыш. Ребята предлагают провести на крыше за 800 рублей человека. Я уверен, можно договориться дешевле. Мы попробуем сначала найти билеты. Если нет, то почему бы и не вариант? Попробуем. В общем, отговорили нас от похода на крыше, потому что месяц назад здесь был инцидент в Питере. Девушка сорвалась с крыши, и сейчас во время таких мероприятий все крыши перекрыты, и везде, у тех мест, откуда хороший вид открывается, везде дежурят сотрудники полиции, и то есть безопасно невозможно туда попасть. Отговорили нас и от покупки билетов на концерт, потому что те, кто идут на концерт, потом все равно, чтобы посмотреть салюты и проход корабля с алыми парусами, они все равно выходят с Дворцовой набережной, потому что там толпа, давка, и ничего не видно. И вот мы идем на альтернативные площадки, двигаемся в сторону Литейного моста. Ну, я думаю, мы найдем где-нибудь место, чтобы открылся нормальный вид, и уже для вас все заснимем. Еще из интересных фактов о сегодняшнем дне. Метро будет работать круглосуточно, то есть всю ночь, потому что эту толпу надо как-то развозить по спальным районам. И также в городе не продается алкоголь вообще. То есть алкоголь в этот день продается только в Ленобласти, надо выезжать за пределы города. Ну, естественно, в барах, конечно, продают, и люди как-то выкручиваются, потому что много подвыпивших все-таки имеется здесь.
Краном поднимают. Какая ситуация с крышами? Вон люди туда все-таки попадают, но рядом мы видим двоих охранников, и как рассказывают местные, что охранники смотрят вместе с ними праздник, и потом их принимают и везут уже в отделение, оформляют. А сейчас там просто веселье, и все поют песни. В общем, минут 10 уже салют фигачит, и уже готовится корабль к тому, чтобы проплыть мимо нас. Вот он подкрадывается незаметно. Что-то мы слишком далеко, он не включается у нас, не подсвечивается. Вот, там, мне кажется, 4К есть, где едет. Сейчас электрик все подключит. По чуть-чуть зажигается. Отстой или соль? В общем, мы не поняли. Она уже у Троицкого моста, но еще не подсвечена. Мимо нас, короче, проплыла вот так она, призраком. Да, вот моста. Наверное, на уровне моста ее включат. Ну вот, на уровне моста ее подсветили. Самый крутой вид, конечно, оттуда с Дворцовой набережной. Именно из-за этого. В итоге, конечно, все крыши полны людьми. Я немного жалею, что мы туда не попали, но, как меня уверяют, их всех будут принимать. Ну, не знаю, это не страшно. По идее, лучше бы мы пошли на крыши. Ну, и здесь не так уж и плохо было видно и салют, и корабль. Кто особо низкого роста, вот так в три этажа друг на друга залазит. Салют реально очень классный. Как говорят местные, это самый классный салют из всех праздников. То есть, как закончилось мероприятие, пустили все мелкие корабли, и вот они расплываются, просто десятки. Кто на машине сюда попал, застрял реально надолго, люди просто начинают пить, выходят, танцуют. Ну, они, видимо, уже здесь пару часов, ну, еще минимум час их тут продержат, ну, просто дорога закрыта для движения. Ну, в общем, что могу сказать? Конечно, очень классное мероприятие, очень нам понравилось, очень красочно. Единственное, что там, где мы стояли, не все было хорошо видно. Ну, салют классно было видно, а вот корабль не очень. Поэтому, если вы хотите посмотреть конкретно на корабль, на алые паруса, то лучше куда-то ближе к Дворцовой выбирать место, ну или же на крыше куда-то забираться. Вы посмотрели один из наших сюжетов из цикла «Путешествий по России». Чтобы быть в курсе выхода новых роликов, подписывайтесь, жмите палец вверх и на колокольчик. Это был канал «Взял и поехал». Пока! Mm-hmm.